Освещались проруби и популярные люди Бурятии от Алексея Цыденова до главного редактора сайта АТВ. Несмотря на крещенские морозы, они вместе с тысячами людей отметили православный праздник. Молодец. Все теплое? Вот у всех с праздником. Что, как всегда. Всего в Бурятии работало 27 специально оборудованных купелей. Из Купаса в Иордане мог любой желающий.